Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы продолжим воспроизводить чудесные рецептуры из альбома Абрама Конникова «Колбасы и мясокопчености» редакции 1938 года. Этот прекрасный альбом вы сможете скачать по ссылочке, которую я размещу в описании данного ролика. Мы очень много уже реализовали рецептур из этой книги, и все получаются просто потрясающие. Поэтому оставайтесь с нами, давайте готовить, ну и, конечно же, скачайте себе альбом, чтобы он у вас был. Сегодня мы будем готовить рулет ленинградский высшего сорта, копчено-вареный. Готовится он из задней части, как бы в промышленных условиях это вообще делается из свиного окорока. Но, естественно, мы свиного окорока готовить не будем. Кстати, можно со шкуркой этот окорок брать. Мы взяли вот такой вот кусочек задней части, задней ноги, скажем так, кусочек окорока. Вот. Ну, собственно говоря, если у вас есть желание приготовить из целого окорока, то, конечно же, можно. Мы просто его не слопаем. Поэтому готовим. Вот у нас здесь 2 килограмма, 100 грамм мяса. И сразу же несколько слов о мясе. Для приготовления любых мясокопченостей, да и в принципе даже для приготовления обычных банальных котлет, лучше, чтобы мясо было созревшее. То есть после того, как животное забивают, мясо должно отлежаться, пройти определенные стадии. Называется это автолиз. Допустим, для свинины срок созревания мяса 5-6 дней при температуре ниже, чем 4 градуса Цельсия. Ни в коем случае не в пакете, это должно происходить в обычном холодильнике. Можно использовать контейнеры, какие-нибудь открытые посудины и сверху покрывать их хлопчатобумажной салфеткой. Ну и, конечно же, немного рекламы. Все ингредиенты для данного видео предоставлены нашим колбасным спонсорам, интернет-магазином «Аромат дерева». Ссылочку на интернет-магазин, а также промокод на скидку от нашего канала вы найдете в описании данного ролика. В интернет-магазине «Аромат дерева» вы можете купить абсолютно все для приготовления домашних колбас, домашних мясокопченостей. То есть они продают и оболочки для колбас, и очень, кстати, специи очень классные. И сейчас появились экстракты специй. Это новая фишка в приготовлении, ну как новая, относительно новая, в приготовлении колбас. Я скоро сделаю обзор на эту тему. Также всякие формовочные сеточки, шпагатики, нитритную соль. В общем, все, что нужно в домашнем колбасении, так сказать. Переходите на сайт интернет-магазина, если захотите что-то заказать, воспользуйтесь нашим промокодом. Итак, друзья, с сырьем мы разобрались. Давайте теперь разберемся с посолом. Мы будем делать предпосол, будем засаливать на 4-5 дней наше сырье. И по данной технологии предпосол делается комбинированный. Посол рассолом с помощью шприцевания. И далее сухой посол. Сейчас немножко расскажу о составе рассола и посолочной смеси. Но прежде хочу вам напомнить, ссылочку на текстовый пошаговый рецепт найдете в описании видео. Там будет так и написано, текстовый рецепт тут. Также в текстовом рецепте будут указаны все пропорции на посол из расчета на 1 килограмм сырья. Итак, для мокрого посола мы используем рассол, состоящий из 20 частей нитритной соли, содержанием нитрита натрия 0,6%, то есть 20% соляной раствор. Плюс добавляем сюда 0,05% сахара. То есть получается на 100 грамм воды мы берем 80 грамм, вернее, на 100 грамм рассола, извините, я заговорился, берем 80 грамм воды, 20 грамм нитритной соли и полграмма сахара. Получаем вот этот вот рассол. Им будем шприцевать. У меня, к сожалению, нету шприца для шприцовки, поэтому можно, кстати, ну, если у кого-то есть, конечно, лучше использовать специальный шприц, но я использую вот такой вот 20-кубовый шприц. Шприцуется количеством рассола, вернее, шприцуется рассолом в количестве 4% от веса, исходного веса сырья. Для сухого посола используем посолочную смесь, состоящую из 30 грамм нитритной соли. Это на килограмм сырья, друзья. 30 грамм нитритной соли, содержание нитрита натрия также 0,6% и 1 грамма сахара. Все это будет в текстовом рецепте, вся эта информация. А мы пока с вами приступим к мокрому посолу. Для этого набираем шприц и как можно более равномерно, небольшими порциями шприцуем наше мясо. Кстати, вот обратите внимание, как мясо надувается. Часто мне задают вопрос, почему мясо водянистое.
нерадивые продавцы на рынках точно так же могут шприцевать, видите, как оно раздувается прям, могут шприцевать мясо водичкой. В хорошем случае делают это дистиллированной водичкой, а в плохом случае водичкой из-под крана. Поэтому как бы лучше покупать либо в проверенных магазинах. У нас есть вот хорошие на Украине фермерские магазины. Либо же у проверенных фермеров, потому что, ну, давайте называть вещи своими именами. Есть на рынках хорошие честные продавцы, а есть откровенные барыги, которые не брезгуют никакими, скажем так. В общем, для них все методы хороши для получения прибыли. На самом деле, я знаю, что даже вот в магазинах, в таких обычных магазинах, которые не фермерские, которые не очень следят за своей репутацией, тоже такая фишка практикуется. Вот таким вот образом прошприцуем весь кусочек мяса. Далее нам надо сделать нашему мясу массажик. И вот этот вот массаж мы будем делать, я этого показывать в видео не буду, но смотрите, вот такую вот процедуру проводим каждый день в течение всего срока засолки. Это достаточно важная процедура, я убедился в этом на собственном опыте. В промышленных условиях это делают специальные массажные машины. Да, вы удивитесь, но и такое оборудование существует на мясокомбинатах. После того, как мяско промассажировали, приступим к сухому засолу. Берем посолочную смесь и равномерно распределяем ее по поверхности нашей мясной заготовочки. Часть смеси, конечно, у вас окажется в посудине. То есть в любом случае не вся соль прилипнет к мясу. А ничего страшного, в процессе засолки вы будете делать массаж, и эту соль все равно распределите. То есть вот такими вот движениями она так или иначе мясо свое количество посолочной смеси в любом случае получит. Еще один важный момент, который я хотел вам рассказать о мясе. Смотрите, если вы покупаете мясо на рынке, обязательно, вот вам говорят, что хрюшка вчера еще бегала по травке, обязательно положите его в холодильник, поместите в холодильник, так будет правильнее, на созревание. Если вы покупаете мясо в магазине, то, скорее всего, оно там уже созревшее. То есть, наверняка, оно прошло какой-то цикл перевозки и так далее. И обычно из хороших магазинов мы мясо уже созреванию не подвергаем. Это касается только рынков. Так вот, смотрите, пока вы везете сырье, мясо там, в маршрутке или в автомобиле из магазина, особенно летом, оно хорошенько нагревается. Прежде чем начать с ним работать, его надо охладить до температуры не выше, чем 4 градуса. И вот эта вот температура, она идеальная для работы с мясом, с колбасами, с цельномышечными изделиями. Друзья, я сейчас все это затягиваю пленкой и помещаю в холодильник. На сколько ловить? На 4 или на 5 дней? Давай на 5, чтобы получше вкус был. Ветчинный, хороший. То есть, чем, не бойтесь длинных засолок, как бы чем длиннее засолка, ну вот можно и 3 дня солить, но для того, чтобы получить хороший, который вот мы любим, этот вкус ветчинности, лучше дней 5, ну 4 минимум, то, что я рекомендую. Каждый день я буду массажировать мяско, вот так вот, массажик ему делать, чтобы ему было хорошо, уютненько здесь. И 5 дней все-таки, да, через 5 дней мы с вами продолжим. Через 5 дней рулет засолен, то есть предпосол окончен. Обратите внимание, никакой жидкости здесь не собирается. Многие пишут, что собирается много сока, жидкости, что-то там еще. Это говорит о качестве сырья. Значит, либо мясо у вас было заморожено перед продажей, либо вы его не подвергли созреванию. А так вот 5 дней засолки. Видите, весь сок, который с него, так сказать, выделился. Теперь надо рулет хорошенько промыть под проточной водой. Ключевое слово здесь хорошенько, то есть я его хорошо буду именно вымывать. Он сейчас холодный, он имеет температуру градуса 2-3. После того, как рулет промыт, вооружаемся бумажными полотенцами и хорошенько его промакиваем. Вот прям тоже хорошенько-хорошенько, чтобы всю жидкость отсюда убрать. Она нам здесь больше не понадобится. Так как ленинградский рулет готовится из цельного окорока,
И, соответственно, этот окорок в шкурке мы сымитируем, так сказать, сымитируем вопрос шкурки. Для этого будем использовать пищевую коллагеновую пленку. Помещаю рулет на коллагеновую пленочку и максимально плотно формирую такую вот конфету вкусную. Будет очень вкусная мясная конфета, друзья. Вот так вот. Далее беру формовочную сетку диаметром 200 мм. Надеваю ее на отрезок трубы, который у меня будет служить матрицей. Ну или направляющей, как кому интересней. Труба — это обычная 110-я труба, которая используется для канализаций. Сейчас, конечно, начнутся шутки по поводу того, что труба была использована в комментах. Ничего страшного, я привык, можете шутить. Можете даже предположить, где была использована. Теперь нам надо аккуратненько, чтобы не повредить коллаген, просунуть, что-то рулет очень жирный и не хочет помещаться в трубу. Вы видите, какое безобразие. Так вот его потихонечку буду туда продавливать. Сетка нам нужна для того, чтобы сформировать форму, именно правильную круглую форму рулета. Немножко жадность фраера, как говорится, сгубила. Надо было чуть поменьше кусок мяса брать. Поэтому сейчас я буду испытывать некоторые сложности, но, как говорится, я его победю. Я в этом практически уверен. В общем, вы поняли, друзья, не жадничайте, мяско берите поменьше, чтобы так не играться, как я. Я же говорил, что я его победю. И победил. Теперь, друзья, подкручиваем нашу конфетку вместе с формовочной сеткой и завязываем шпагатом. С одной стороны завязываем так, чтобы у нас была возможность его подвесить. Ведь нам надо подвесить рулет на отепление. Ну, собственно говоря, просто чтобы петелечку сделать на шпагате. И оставляем его при температуре от 20 до 25 градусов. То есть, ну, фактически при комнатной температуре. На 3 часа для отепления и ферментации. В это время готовим коптильный шкаф. Рулет лучше, чтобы не лежал, а именно был подвешен в вертикальном положении. После осадки помещаем наш рулет в коптильный шкаф. Не пренебрегайте этой процедурой. И вот смотрите, если мясо у вас было холодное, именно 2-3 градуса, обязательно минимум 2,5 часа подвергнуть его отеплению и осадке. И коптим со средней концентрацией дыма при температуре 30-35 градусов в течение 7-8 часов. После копчения, друзья, обязательно даем, то есть, ну вот мы до вечера сегодня будем коптить, после этого вывесим рулет при комнатной температуре для того, чтобы он отдохнул. В холодильник его не помещаем сразу. На следующий день рулетик имеет вот такой вот красивый вид. Он закоптился и отдохнул в течение ночи. Я разогрел духовку до температуры 80 градусов. Подготовил кулинарный термометр для контроля температуры внутри при паровой варке. На дно духового шкафа помещаем противень или сковороду без ручки с кипятком. Именно с кипятком. Размещаем наш рулет на решетке. Включен только нижний нагрев, никаких конвекций не включаем. В тело рулета для контроля температуры помещаю щуп кулинарного термометра. И производим паровую варку до достижения внутри рулета температуры 69 градусов. Я засеку, сколько это займет времени, друзья. Смотрите, стоит сковорода,
над ней на решетке рулет. Вот. И как бы почему не стоит ориентироваться по времени, а по кулинарному термометру. По-разному готовят духовки. Разное количество воды, разного объема рулет. Время может кардинально отличаться. Поэтому то время, которое я озвучу в процессе, вернее в конце приготовления, это будет сугубо очень-очень примерно. Лучше ориентироваться на показания термометра. Да, и к концу паровой варки нам необходимо приготовить емкость с ледяной водой, чтобы произвести процедуру душевания. Прошло 4 часа 20 минут. Дико хотелось спать, но колбаса не отпускала. И наконец-то мы достигли заветной температуры. Извлекаем наш бекон из духовки. А я так хочу спать, что обозвал ленинградский рулет беконом. И помещаем его в ледяную воду. Минут на 15-20 для того, чтобы остановить процессы нагревания. Сейчас вытащу отсюда щуп. Вот, и вот так вот его в водичке время от времени переворачиваем. После того, как он полностью остынет, даем ему просушиться при комнатной температуре и отправляем в холодильник набраться вкуса. А завтра будем дегустировать. На следующий день ленинградский рулет готов. Привет, друзьям из Питера. Этот рулет назван в честь вашего города. И, конечно, мы его зарезаем и смотрим, что у нас получилось. А получилось у нас бомба! Посмотрите, ух ты, я даже не ожидал. Вот реально бомба. Красавчик какой. Да, а пахнет как. А режется как. А вкусный, наверное, какой. Давайте сейчас крупный планец. Мое мнение, что этот рулет может гордо носить свое имя ленинградский. Просто гордо. Посмотрите, какой он красивый. Вообще, просто суперский. Отверстие от щупа, кстати. Вот такой вот у нас получился рулетик. Давайте будем пробовать. Ну что, уважаемые коллеги-колбасники, результат превзошел все мои ожидания. Я, если честно, боялся все-таки, что я когда буду разрезать, он такой чик и чик, а он не чик. Главное, запах, аромат, это просто, это нечто. При этом он очень сочный, конечно, он долго готовился. У него был нежный такой температурный режим за счет того, что объем самого рулета достаточно большой. Ну, вот я считаю, что его даже маленьким там уменьшать сильно не стоит. Надо... Ой, это, слушайте, это песня. Это песня о мясокопченостях, я вам говорю. Он тает во рту. Слушайте, такая потрясающая штука. Вы заметили, что мы давно колбас не готовили? Реально присели на цельномышечные продукты. Они такие вкусные. Они у нас так расходятся, и хочется готовить и готовить. Колбасами мы, конечно же, вернемся. У нас еще очень большой, так сказать, запас в загашнике рецептов колбас вкусных. Но рулет ленинградский. Это супер. Водочки. Дайте мне водки. Знаете, на Украине был когда-то такой премьер-министр Николай Янович Азаров. Так вот, у него было такое выражение крылатое, которое потом стало мемом. Это бимба. Так вот этот рулет, ну, хотел сказать бомба по-украински, сказал бимба. Так вот этот рулет, это бимба реально, это ну, просто класс. Друзья, с удовольствием вам представляем реализацию данной рецептуры. Штука получилась потрясная, но вот мне настолько понравилось. Такой классный, яркий, ветчинный вкус. Вообще просто, ну, бимба, одно слово. Попробуйте приготовить его у себя на кухне. Поверьте, вам понравится. В рулетах есть еще, ну, в цельномышечных есть еще одно преимущество. Не надо шприцов колбасных, не надо оболочек. Ну, конечно, коптильня нужна. Ну, кстати, очень многие говорят, а что мне делать? Ты делаешь домашние рецепты, а как я дома закопчу? Во-первых, есть коптильни с гидрозатвором, в которых можно совмещать процесс обжарки и копчения. Это, конечно, не лучший вариант. Но если у вас в квартире есть балкон, то вы совершенно спокойно можете купить дымогенератор, маленький, небольшой дымогенератор, и готовить в обычном ящике, сколоченном из фанеры. То есть сделать себе маленькую коптильню там на несколько, ну, да вот такого размера просто. Коллега Павел Агапкин, он показывал в своих роликах несколько раз, как он возит с собой просто ящик
и с маленьким дымогенератором коптит ящики. Поэтому никакой проблемы для реализации, так сказать, вот такой вот штуки у себя на кухне нету. В общем, пробуйте, вам понравится, гарантирую вам, ну реально понравится. Друзья, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте их в комментах, а мы готовим для вас вкусные сыры, колбасы и вкусный домашний алкоголь. Всего доброго, пока!